Первой в России семьей, которая стала получать новое пособие, стали родители из Вологды. В 2018 году у них родилась двойня. На получение ежемесячных выплат могут рассчитывать семьи, дети в которых появились не ранее начала текущего года. Инициативу президента Российской Федерации поддержали губернатор и правительство Рязанской области. Министерство труда и социальной защиты Рязанской области будет представлять новую государственную услугу назначения и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Эта мера направлена на поддержку молодых семей в регионе. По предварительным прогнозам, реализовать право на выплаты в Рязанской области смогут более 2500 семей. Размер выплат устанавливается отдельно для каждого региона. Однако в новой инициативе есть свои подводные камни. Например, выплаты может получить не каждая семья. Чтобы понять, имеет ли семья право на эту социальную выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить на 12, потом разделить на количество членов семьи, включая ребенка, который только родился. И если полученная величина не превышает 15 208 рублей 50 копеек, можно подавать заявление на ежемесячную выплату. Размер ежемесячной выплаты будет составлять 9215 рублей. Пособие будет выплачиваться до достижения ребенком возраста 1,5 лет. По словам экспертов, ежегодно сумма пособия будет повышаться, правда, незначительно. Так, к 2020 году она станет больше примерно на 1000 рублей. Для получения выплат необходимо собрать определенный пакет документов. Документ, удостоверяющий личность, регистрация по месту жительства, принадлежность к гражданству Российской Федерации матери и ребенка, а также сведения о доходах всех членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления на выплаты, и реквизиты счета, куда должны зачисляться деньги. Конечно, сроки тоже установлены. Выплаты гражданам будут производиться в течение месяца, следующего за месяцем приема заявлений с подачи необходимого пакета документов. То есть месяц, срок исполнения, данного заявления. По словам министра труда и социальной защиты населения Рязанской области, такое пособие будет стимулировать рождаемость. По предварительным прогнозам, в связи с новой инициативой ожидается появление почти 4500 детей. Правда, о том, какие выплаты будут появляться по достижению ребенком 1,5 лет, не сообщается, как и о других видах финансового стимулирования. В настоящий момент каждая работающая женщина получает декретное пособие в размере 100% от среднего заработка за все дни отпуска. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».